Юлюш, получается, сколько ты уже весел собрал? Пять там, две деньги. Понятно. Молодец. Вот так мы и работаем с сборщиками байдарок. Это самый простой этап крючевыми трубок. На этом мы и поплывем. Что, Леша собирается? По качели. Кучу узлов навязал. Такие искры красивые. Наоборот, до двух не могу. Так, думаю, полный вес. Погоди, не греби. Все, стоим.
Да мы думаем, может, они здесь нас ждут. Надеемся на встречу на Эльбе. Сейчас чаек снимаю. Чаек снимаю. Убить, прибить, страшно? А жуть. Надо грызть, иначе потеряем правду. Сейчас, Жень. Я бы подбегла, но я... Сашка обещал на все байдарки раздать рацию. Да, он только нам отдал. Ну, может, в последний день а так сам... и будет. А сам не отвечает. Ой, дождь пошел. Я ж скажу, что там дождь. А вот смотри, желтый парусник плывет без паруса против течения. Как это? Чудо? Чудо. Как дорожка, Лёш? Да норм. Специальное болото. Чуть-чуть болото.
Заснять, может, нас мама смотрит. Наконец-то мы снова приехали на Грушинском фестивале, на котором мы не были 18 лет. Конечно, мы не услышим концепта, потому что слишком тяжело для нас. Но все равно мы будем рады, что мы здесь. Как здорово. Родители каждый раз фоткают. Всяких уже жаб или лягушек берешь, а тут ужика испугался. Микроскопического. Стой, стой, убери руки. Пусть съемка идет. Идет фотосессия. Бедный ужик. И мы тебе не заплатим. Да он не кусает. У него пасть такая, что он не может тебя ущипнуть. Маленький как. Конечно. Это побольше у него еда. Он пугается. Я однажды... Однажды это самое... Не разворачивается. Не ломаешь? Не разворачивается рука так. Нет, меня не сгибает сюда. Ты возьмешь у меня его или нет? Ну, перелом был, он плохо сросся. Выплывают расписные
огромные челны. Прибывают расписные, нас огромные челны. А на переднем стенька разит. Ишь, как выводят шеи. Прикольно, судно 1 километр за час. У любой реки целых 2 конца, а моя еще. Ведь моя река вдаль издалека по кольцу течет. Синий ветер мой, вдруг задуй запой, разорви кольцо, чтобы у реки было 100 начал, 1000 концов, чтобы белый снег в жаркий летний день падал и лежал, чтобы солнце луч, как струна певуч, под рукой дрожал. Лай-ра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 
красный счет. Я спрошу тебя, жажда ль не томит, солнце ль не печет? Синий ветер мой, вдруг задуй, запой, тучу пригони, чтобы хлынул дождь, остудил виски, жажду утолил, чтобы белый снег в жаркий летний день падал, не лежал, чтобы солнце луч, как струна певуч, под рукой дрожал. Лай-ра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 
ра-ра-ра-ра-ра. У любой любви целых две руки, у моей одна. Чтобы не смогла разделить любовь лишь тебе она. Синий ветер мой, вдруг задуй забой и умчимся вдаль. Ну а если нет, мой далекий свет, сотню рук мне дай. Чтобы у реки было по руке в каждом из начал. Чтобы разорвать, расколоть, разбить горе и печаль. Чтобы белый снег в жаркий летний день падал, не лежал. Чтобы солнце луч, как струна певучий, под рукой дрожал. Вот такие мы правильные туристы. Возим с собой мусор. Выбрасываем все в правильном месте. Ничего не оставляем. Следующий этап — сортировка мусора. Не выпустит ротаны еще. Что, ну пусть? Уйди от него. Все, сейчас. Ого, заплатил? Да. Как Костик один остался. Как мы поспособствовали его варению. Вонючий, не нахрен. Все. А рыба тут? Стойте, да, стойте, уже дай. Все, он то, что мы посмотрели. Быстро продвигается, да, у него. Да. Ну, да, ладно, ты, что ты делаешь? Что ты пинка сейчас дам? Мучитель. Животу. Я отпущу его. Да. Скорее его заполнять Божьими делами, милосердием, постом, состраданием к другим.
что там, надо записываться? Можно записываться. Я там даже... Thank you.